Катуров. К другим новостям. В Турции совершено покушение на Равшана Джаниева, предполагаемого заказчика убийства криминального авторитета Аслана Усаяна, больше известного как Дед Хасан. С утра азербайджанские СМИ утверждали, что Джаниев по прозвищу Равшан Линкаранский убит, но буквально несколько минут назад эту информацию опровергли турецкие медики. Неизвестные открыли огонь по автомобилю авторитета в самом центре Стамбула. Джаниев получил тяжелые ранения. Впрочем, СМИ и ранее уже сообщали о гибели авторитетного вора. В частности, после покушения в том же Стамбуле 1 февраля. Что же касается Аслана Усаяна, я напомню, он считался одним из самых могущественных воров в законе на территории постсоветского пространства. Его клан вел частые войны за сферу влияния с другими группировками. Аслана Усаяна застрелили в январе 2013 года на выходе из московского ресторана на Поварскую улицу. Сразу после похорон авторитета члены клана Усаяна заявили о намерении отомстить.